терпеть уже невозможно. Самые ужасные кроссовки на свете. Несмотря на то, что Nike мой самый любимый бренд, я должен сказать об этом. Особенно появление Vapor Max и 270 Air Max довели меня. Первый, 90-й, 180-й, 93-й, легендарные 95-й и 97-й, 360-й, 2015-й, 2016-й. Vapor Max потом вышел, и теперь 270-е. Феминизм марширует по миру, женщины повально отказываются от портящих здоровье ног каблуков, а Nike продолжает нас кормить массивными подушками в пятки. Найковский локомотив в виде линейки Air Max любого года выпуска, начиная с первой модели и заканчивая Vapor Max'ами и, наконец, 270-ми. В принципе, любые другие кроссовки с массивной воздушной подушкой в области пятки — это самое плохое, что могло случиться с человеческой локомоцией, с тем, как мы передвигаемся, с ходьбой, с бегом. Я очень долго готовил следующий выпуск на своем канале, потому что искал, проверял, перепроверял информацию. И это затянулось уже на пару месяцев. В конце концов, я сделаю все-таки подробное исследование, в котором докажу, что Nike — это больше про маркетинг, чем про атлетизм. Но пока я должен тизернуть несколько тезисов насчет этого абсолютно ужасного изобретения, коим является эта массивная подушка в пятке. Дисклеймер. То, что я скажу дальше, относится больше именно к Air Max линейке, чем к любой другой линейке Nike. Именно потому, что я сейчас хочу говорить про лайфстайл модели. Первый факт. Человеческая стопа сама является очень крутой системой амортизации. И поэтому ей не нужна помощь при рутинных нагрузках. Наоборот, эта дополнительная помощь только растренировывает стопу, делая ее более подверженной к травмам. Второе. Правильная техника бега предусматривает контакт с землей либо носком, либо средней частью стопы. А массивная амортизация в пятке не позволяет этому происходить и переносит место контакта именно на пятку. Наша природная система амортизации к этому не приручена. И это повышает риск травмы. Третий пункт. Есть исследования, четко обозначающие, что чем проще обувь бегуна, тем лучше для его стопы, тем меньше травм. Еще раз. Чем проще обувь, тем меньше травм. Да, эти исследования существуют. В отличие от исследований в пятом пункте. Нет ни одного исследования, которое бы подтверждало достаточно, правда, логичную фантазию, что супертехнологичная система амортизации в кроссовке оберегает от травм лучше, чем ее отсутствие. Бренды могут говорить о чувстве корта, об отзывчивости, о всем чем угодно, о разных эфемерных субъективных показателях, только не об уменьшении травм, потому что таких исследований нет. Ну и последний и самый главный тезис. Вы резонно заметите: окей, для бега они не подходят, но мы же используем их как лайфстайл обувь для ходьбы. И тут на самом деле самый главный мой аргумент. И самое главное недовольство мое. Любая обувь с поднятой пяткой относительно носка перераспределяет нагрузку по стопе неправильно и меняет технику не только бега, но и ходьбы. Парадокс. Нет разницы между Air Max'ами, казалось бы, удобными кроссовками, и деловыми туфлями на каблуке. Подняв пятку выше, такая обувь заставляет сократиться сухожилия и мышцы на задней стороне ноги, а на передней, наоборот, растянуться. Растянутая ткань – это слабая ткань, которая постепенно теряет нужный тонус и возможность мощно сокращаться. И наоборот, сжатая, укороченная ткань теряет эластичность и может надорваться в тот момент, когда от нее потребуется быстрое растяжение. Так что такие кроссовки и, в принципе, такая обувь ставит нас в ситуацию двойного проигрыша. Ну вот вам 5 фактов, почему я никогда не куплю своей дочери кроссовки Air Max. Не считая, конечно, специализированную обувь для футбола или баскетбола. Кстати, я продаю эту пару Air Max 90 Flyknit. Нет, это не Ультрамуар. Один раз я их надевал на улицу, мне не очень понравилось, как они сидят. Вообще Air Max не для моей стопы сделаны, поэтому и продаю. Они идеальны для лета, в отличие от кожаной модели, потому что они тряпочные и нога в них не потеет, а во-вторых, даже если вы наступите в лужу, то вы легко кинете их в стиралку, и на следующее утро они как новенькие. Поэтому пишите в личку, если вы не жалеете ваши ноги. Пока!